Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день еще разочек, дорогие коллеги. Я надеюсь, что трансляция видна, запись видна, что все у нас с вами сегодня будет очень хорошо. Сразу скажу, что запись в любом случае этого вебинара останется на стене и в группе в видеозаписях. Поэтому всем еще раз очень добрый день. Я постараюсь смотреть ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, в комментариях вопросы, и в один момент я буду на них посматривать и отвечать. У всех, наверное, уже началась активная подготовка к новому учебному году, в том числе и у меня. Мы уже в офисе который день, у нас как летняя школа, летние курсы для всего преподавательского состава. Тема сегодняшнего вебинара моего особая. Сегодня я хочу вам дать те самые главные моменты. Если вы готовите к кембриджским экзаменам, то на что надо обратить особое внимание и начать это делать прямо с самых первых уроков учебного года, для того, чтобы в нужный момент ваши кандидаты показали отличные результаты. Понятное дело, что мы с вами всегда начинаем с того, что очень трудно дается нашим кандидатам. И сегодня я вам дам рекомендации о том, с чего начать учебный год, с чего начать первые занятия, если вы готовите кандидатов к экзаменам Starters, Movers, A2K and B1 Preliminary. Речь пойдет об этих четырех экзаменах. Я сегодня скажу вам в общем, на что надо обратить особое внимание, с чего надо начать, а также покажу вам некоторые эффективные задания, как это сделать, и предупрежу, на что не надо особое внимание обращать, что придет само собой. Таким образом, после этого вебинара у вас будет лучшее понимание того, на что стоит обращать внимание, а на что не стоит обращать внимание. Итак, одну секундочку, и мы начнем. Хочу убедиться, что трансляция идет, что у нас все хорошо. Да, все замечательно. Так. Ну что ж, начнем, да? С экзамена старшей начнем с вами, да? Итак, на что я очень рекомендую обратить внимание? Конечно же, начать надо с names. Дело в том, что names в экзаменах Young Learners, в том числе Starters, Movers, о которых мы конкретно с вами будем разговаривать, идут английские имена, естественно, да. И если наши кандидаты будут знать, во-первых, где именно мальчиков, во-вторых, где именно девочек, да, им уже легче будет справляться с заданиями, во-вторых, у них есть там задание на spelling имен. Поэтому имена надо давать с самого начала. Чуть позже мы вернемся с вами к именам. Я подскажу вам, где их взять и как с ними работать. И, конечно, раз нам нужен spelling, а spelling в экзамене Starters тут имена, названия, фамилии, то нам нужно поработать с алфавитом. Дети должны знать не только звуки, какой звук дает каждая буква, но и название буквы, потому что в экзамене прямо идут там. My name is Mrs. Dark, D-A-R-K. И дети должны это уметь писать. Поэтому, конечно, работаем с алфавитом. Мы с вами все знаем много разных способов. Интересно его отработать, интересно спелить. Да? Например, когда у меня идут имена, первые два урока мы работаем, это teacher-students. Я сейчас покажу, как я это работаю. А потом мы переходим на student-students. Я пишу на карточке самые сложные имена мальчиков, девочек, да,
выходит один кандидат, выходит один ученик и по карточке диктует детям имена. Они записывают две колоночки. Boy, girl, три колоночки, sorry. Boy, girl, boy and girl. Да? А что делает этот кандидат? Он говорит, как я. Emma. E-M-M-A. Или E-M-M-A. И дети вписывают. Да? И каждый урок у меня выходит другой ребенок. Таким образом, они сами визуально запоминают лучше, да, во-вторых, у них ответственность, потому что надо же проспелить правильно это детям, да, и в-третьих, когда они проверяют это все, да, то они еще раз внимательно все это видят. Как мы проверяем? Мы просим кандидата все, что у него на карточке, переписать на доску, и дети проверяют сами себя, self-check или peer-check, да, то есть обмениваются своими тетрадками и проверяют себя. На следующий урок я уже другие имена пишу, да, но система такая же, да, то есть выходит ребенок, берет эту карточку и диктует имена, как у него написаны, а дети расписывают три колоночки. Boy, girl, boy and girl. Такой формат занимает минут 7, но он очень нужен. Они и алфавит закрепят, и нужные имена запомнят все-таки, да, и опять же это мы с вами провоцируем автономность, да, autonomous learning, потому что очень важно научить детей учиться. Вот это как раз-таки такой прием у нас, да. Дальше. Большинство заданий у нас с вами на speaking, на reading идут по школе. Поэтому в первую очередь, конечно, закрепляем, повторяем, даем лексику school. Причем вещи, предметы, которые есть в школе, здесь не имеется в виду школьные предметы, потому что их нет еще на экзамен started, да? И глаголы. Все, что мы делаем в школе с вами. Следующий момент. Грамматический, да? Грамматических моментов два, с которых я вам очень рекомендую начать учебный год. Это present continuous, он должен быть чистенький, достаточно чистенький, естественно, на фоне present simple. Вы знаете, на экзамене starters еще не оценивается третье число, третье лицо, и в принципе оно не встречается нигде. Но I go and he's going встречается очень часто. И второй момент – это question words. Дети должны идеально знать, понимать question words на слух и читать, видеть, как это выглядит, это слово, узнавать его и отвечать на него соответственно. Да? И еще один навык, который надо отрабатывать прямо с самых первых уроков, это детей слушать задание «Tell me about». Дело в том, что все экзаменаторы отмечают, что мало кто из детей, это вина нас, преподавателей, да, натаскан на эту фразу. Дело в том, что когда во время speaking exam экзаменатор спрашивает детенка tell me about, я не знаю, tell me about the box, ребенок должен сказать три предложения. Элементарных структур it's big, it's yellow, it, there are toys, например, да, или it's in the corner, it's under the table, что-нибудь, то есть хотя бы размер, хотя бы цвет и место, где находится, и что в нем есть. И это надо делать с самого-самого начала. И тогда они у вас к моменту экзамена уже будут идеально знать вот эти самые сложные, самые основные моменты. И это будет таким хорошим залогом, знаете, их успеха. Ну, а теперь несколько идей по самим заданиям. Да? Как я своим деткам вдалбливаю, извините, может, не очень хорошее слово, question words, да? Наш любимый activity – это question teacher. Question teacher дает им тот учитель, который ведет у них грамматику, и дает это каждый божий урок. Выходит один детенок у нас, мы ему одеваем бейджик, что он у нас question teacher, он тянет вопросительное слово, да, и задает вопрос, своим сокурсникам, да. Ну, например, мы попросим вопрос who. Он должен задать смысловой вопрос. Например, Петя, who is your friend? Да? И Петя отвечает. Следующий вопрос тянет, например, это what. Мы все знаем лексику стартер. Например, what color is this? И point. Да? Он что-то как бы показывает пальчик. Да? Третьего там попался ему вопрос how many. Света, how many chairs? Достаточно так, не обязательно how many chairs are there in the classroom, достаточно how many chairs, потому что мы проверяем слова, да, мы проверяем question words.
И таким образом каждый ребенок, у меня первый месяц, у меня 8 детей, как раз у нас 8 занятий в месяц, каждый ребенок побывал question teacher. Сначала я даю вопросы who, what на первом уроке, да, ну, это, конечно, до того, как мы готовимся к экзамену стартер, за год до этого я даю who, what, на втором уроке я присоединяю how идет у меня только в вопросе how are you, соответственно, да, потом я даю how old, потом я даю how many, и потом даю which, самый последний, как у нас which, потом идет where еще, да, which, и заканчиваем учебный год where, потихонечку, да. А когда мы уже готовимся к экзамену, то, конечно, с question teacher мы просто начинаем как warm-up каждый урок. А на второй месяц, чтобы все-таки оставить эту игру, но уже чтобы детки не заскучали, я присоединяю картинку. Это может быть учебник, да, то есть мы открываем учебник на какой-нибудь картиночке там, все вместе, да, страничка 5, упражнение 2, посмотрите на эту картинку. Либо я вывожу на доску определенную картинку или плакат так, чтобы видели все. И кандидаты то же самое делают, только вопросы задают не просто personal questions, как бы, да, how are you и так далее, а они задают вопросы по этой картинке. Например, how many cats can you see? Who is this? И показывает мальчикам на бой, например, да. What color is his hat? И показывает на бой, например, да. То есть это вот второй этап работы с question teacher. Очень рекомендую вам использовать этот question teacher. Дети его обожают. Это начало conversation, это не только успешное начало там сдачи экзамена, да, это normal conversation, когда, что, из чего у нас состоит диалог, мы задаем вопросы и отвечаем друг другу, поэтому, конечно же, question words are crucial, и они должны быть с самого-самого начала. Вот мы возвращаемся с вами к именам, да. Итак, внимание, первая колоночка вот эта, от слова Алекс и слова Том, это те имена, которые дети должны знать на экзамен стартер. Вторая колоночка – это те имена, которые они знают, должны знать на экзамен Movers. И третья колоночка – это то, что они должны знать на экзамен Flyers. Соответственно, да? На экзамен Flyers. Я сразу вам сейчас расскажу про имена Starters и Movers. Ну, Flyers, соответственно, вы делаете так же. Чтобы потом, когда я буду рассказывать activities для экзамена Movers, уже не повторяться. Как давать имена? Как я даю имена? Значит, я сначала пишу все вот эти starters имена на большом листе А4 или, может быть, большой ватман. Вешаю это все в холле, в коридоре, пишу подряд это и делаю running dictation. То есть детвора побежала в коридор, посмотрела имя Алекс, запомнила эти 5 букв, вот это важно, запомнить эти 5 букв. Побежала к себе в класс, и в тетрадочку, в тетрадочке мы рисуем сразу 3 колоночки, boy, girl, boy and girl, и сразу вписывают, как они думают, в какую эту колоночку вообще надо вписать, собственно говоря, да. На это тратится достаточно много времени, минут 10-15, но оно того стоит, потому что пока они бегут из холла в класс, они должны держать в голове все эти буквы. Опять же, я ничего не подсказываю, поэтому они, cooperation у них такой, они советуются даже друг с другом. Алекс, boy, girl, boy and girl, как ты считаешь? Ты, да? Вот. И когда все готово, я показываю им готовые колоночки, вывожу им презентацию, да, на телевизор, у меня телевизор вместо смартборд, показываю эти готовые 3 колоночки, и они проверяют, что они правильно вписали, что они неправильно вписали. Чтобы их не заставлять потом переписывать, я им в готовом напечатанном виде раздаю, мы вклеиваем в тетрадочку, они фотографируют это на телефон, и я прошу дома просто посмотреть и попытаться запомнить, что есть что. Второй этап – это этап мячика, да, то есть у них открыта тетрадочка с именами, и я просто кидаю мяч детенку, они стоят, да, я кидаю мяч детенку и говорю слово Alice, а он мне говорит she is Alice, или он говорит girl, да, то есть моя цель следующая – это чтобы они запомнили устно вообще просто, не письменно, а устно запомнили, да, и кидает мне мяч, да. Потом я говорю, например, Sam, они кидают мне там и говорят boy and girl, или he is Sam, she is Sam, да, то есть устно, потом мы это запоминаем устно. Из третьего урока, как я вам сказала, я уже делаю кандидатов, да, то есть они сами друг другу, это очень важная interaction, student-students, да, то есть они друг другу уже диктуют это все и проверяют. Значит, не забывайте, что у нас 4 имени в starters и в movers, которые и мальчик, и девочка, это Алекс, это Ким, это Сэм и Пэт.
Вот такие вот имена, которые мальчик и девочка. А все остальные всем понятно, уже где мальчик, а где девочка. Что касается имен movers, я делаю все то же самое, все точно так же делаю, да. Потому что очень сложно дается такие имена, как Пол, Вики, Чарли, там, да. И, честно говоря, я даю на movers, я даю все имена с flyers, потому что по опыту я вам скажу, что часто и Джордж есть, и Эмма есть, и Бетти, и Уильям, и Майкл. Поэтому я сразу их даю, как бы, да. And it does not cause any difficulty, actually. Вот, это что касается имен. Следующее. Умеете работать с картинками, да? Вот это задание из одного из моих самых любимых пособий. Это Get Ready for Starters. Это оксфордское издание, да. Оно проще, чем Fun for Starters. Сначала я беру его, потом перехожу на Fun for Starters. Вот у нас замечательное задание, да. То есть комната. И дети должны подписать, что есть что. Там television, это получается, что здесь number 7, rug, там, допустим, number 11 и так далее. Все это очень просто сделать, да. Но вот отработать это все нужно сразу на уроке, да. То есть они потом прикрывают вот эту часть, там, где слова у них, да, прикрывают это тетрадочкой, телефоном и видят только картинку по номерам. Опять же, raise students' autonomy. Да, вы уже отработали pronunciation этих слов вместе. Теперь в пары их поставьте, и пусть они в паре запоминают, поработают эти слова. Первый кандидат говорит number, второй говорит, что это такое. После того, как они позапоминали, да, вы можете это проверить. Я обычно поднимаю своих студентов. Опять же, у них слова закрыты, они видят только картинку перед собой эту. Я кидаю мяч и говорю number 7. И детенок возвращает мне и говорит television. Допустим, ten. Он мне кидает, говорит, что это table и так далее. Ну, это элементарно. Это на уровне слов, да. Но я к чему, что запоминайте в парах. Это все гораздо правильнее и лучше запоминать. Я никогда даже на экзамен стандарт не даю листы слов домой запоминать. После этого не пропускайте картинки и сразу начинайте работать с вот этими вопросительными словами, которые мы с вами видели. Да? То есть сразу спрашивайте, what color is the dog? Where is the TV? How is the girl? How old is the girl, do you think? И так далее, да, how many, не знаю, там, how many pillows, how many books, a lot of books, они уже должны знать слово, a lot of books, what color is the door, и так далее. То есть вот эти все вещи, которые я вам сказала, сразу применяем. Мы имя сразу с вами можем применить. What is the name of the girl? What is a good name for this girl? What is a good name for this dog? И таким образом, понимаете, все, над чем вы работаете, имеет смысл. Оно у них в один пазл складывается. Как, да? Вот имена, вот вопросительные слова, и вот все это мы применяем на одном задании, в картинке. Также сразу здесь вы вставляете tell me about. Например, tell me about the TV. И они говорят, it's big, it's on the table, it's beautiful. Например, три любых предложения. Tell me about the armchair. It's purple, it's on the floor. It's a girl on the armchair. Ну, они могут так сказать, starters, why not? That's enough, да? То есть любые картинки провоцируйте их на максимальный production. Question words, names, present continuous, там, the dog is sleeping, the girl is sitting, да? Вот. И tell me about. Сразу же все это вставляйте, да? Вот, например, картинка у нас на speak, на listening, sorry, да? На listening. Как мы видим, здесь есть имена. То есть сразу мы с вами, кто мальчик, кто девочка, читаем имена, да, сразу present continuous отрабатываем до listening вообще, как бы, да, до listening. What is this woman doing? What is this man doing? И так далее, и так далее, и так далее. Опять, здесь же все то же самое, что мы с вами делали вот на этой картиночке. Все то же самое можно сделать и здесь, несмотря на то, что это listening. Я к чему? Что подробно, максимально работайте с картинками. Я думаю, что это понятно, да? То есть сразу же и question words, и имена, здесь все сразу у вас идет, и present continuous, сразу мы отрабатываем. И опять же вставляем tell me about. Например, tell me about horses. Tell me about the frog. Tell me about the boy who is wearing, там, не знаю, чего-то там, да. Например, или tell me about you. Вот, максимально работайте. То есть с картинками выжимать с самого начала надо все. Все, что только можно.
Про school, да, я вам говорила про school, и вот почему я говорю, что очень много глаголов и очень много существительных про school, и что надо на них обращать особое внимание сразу. Посмотрите, это из WordList, это то, что все вы пользуетесь, конечно, WordList кембриджским, да. Вот это первый столбик, это то, что должны starters знать про school, а это то, что дано дополнительного из movers. Разница, да, вообще. Поэтому над лексикой school надо работать с самого начала. Здесь же такие важные глаголы, всякие разные, там и draw, и erase, и paint, и listen, и не raise your hand, там у нас идет, да, ask, answer, да. То есть очень много важных как бы, вещей, которые нужны и для classroom language, для того, чтобы урок вести на английском языке, в том числе для экзамена. Что я вам предлагаю? Как это помочь запомнить? У нас есть замечательный постер, да, at school, стартеровский постер. Так вот, он у меня есть в форме презентации. И сначала у меня есть он и в форме постера, конечно, да, то есть я могу себе позволить это положить перед каждым ребенком. Также у вас этот разворот есть в picture book, да. Разворот могу детям положить на парту в picture book, а могу это вывести на экран, и каждый урок я это делаю по-разному, да. И мы с ними работаем. Сначала мы работаем с существительными. Да? Например, clock, bird, numbers, tick, cross, keyboard, computer, mouse и так далее. Да? То есть сначала я это делаю таким образом. Потом, после того, как мы... То есть сначала с nouns работаю, да? А потом только ввожу глаголы. Ну, то есть это может быть 3-4 урока работа над nouns, да? А потом уже глаголы. Сначала просто глаголы ввожу. Например, play, point, listen, ask, раз ручку поднимает, да, ask, read, open и так далее, да, там опять же play, paint и так далее. И только когда они уже хорошо это все будут знать, потом мы это все на третьем этапе только вводим в предложение и соединяем. Со слабыми группами они мне просто говорят, да, he is pointing. He's pointing. Более сильные детки, я уже говорю, это мало, давай больше. Они говорят, he's pointing to the board. Допустим, да, там. Или she's writing, говорят слабые детки. Которые посильнее, уже я вытаскиваю из них более сложные конструкции с самого начала. She's writing a test, например. Или she's writing an exercise. По вот этому там, he's listening. А мне надо, he's listening to the music? No, he's listening to the teacher. И так далее. He's playing a guitar. He's playing a song, например, там, with the guitar, например, да. He's painting a picture. Не просто he's painting a picture. И так далее, да. И вот я хочу с вами поделиться вот этой презентацией. Я ее и раньше, в принципе, выкладывала тоже. Сделала ее Наталья, очень талантливая учительница. Я вам дам ссылочку на ее группу, потому что у нее не только это есть, да? Значит, в чем плюс здесь, да? То есть я кликаю на часть, и она увеличивается, да? То есть я могу кликнуть на bird, потому что когда на экране это все показывается, то детки теряются. А так, видишь, упс, а так это помогает, например, вот, да? И оно увеличилось. Увеличилось, видите, да? То есть я кликаю на часть, и она увеличивается. Таким образом, детки говорят, что они видят. Там, they are playing football, например. Да? He is playing on the computer. She is writing a test, например. He is drawing a picture. То есть вот такой как бы замечательная презентация, которую Наталья сделала. Я с вами тоже поделюсь и оставлю это вместе с видео. Да? То есть как attachment to the video. Так. Теперь где моя презентация? Вот моя презентация. Так, это мы с вами уже сказали. Следующее. Следующее задание. Так, это мы тоже сказали. Вот, следующее задание, о котором я хочу поговорить. Это вот это. Да? Значит, это задание достаточно легкое. И не стоит на него тратить целые уроки, даже пол урока. Возьмите его в качестве TPR activity. Да? У меня есть такие на AliExpress, я покупала buttons. Yes и no. Да? Yes и no. И вот эти buttons я ставлю на стол в
вывожу слайдами, у меня есть эта презентация, я тоже вам эту презентацию сейчас оставлю после эфира, здесь же с материалами эфира, да, вы сможете ее скачать и пользовать. И я ее использую просто как Total Physical Response, как физминутка для того, чтобы детки подвигались, да. Как это сейчас происходит, я вам покажу. Значит, дети читают у меня фразу и нажимают yes или no, и все. Причем обратите внимание, когда будете смотреть видео, что щелкают тоже не я, то есть щелкает слайды тоже ученик. Опять же, raise your learner's autonomy. This is a house. Okay, go. This is a clock. Yeah, yes. Yes. Mm-hmm. This is a sock. These are chair. Yes. This is a bus. 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 Yes. Ну, я думаю, что идея понятна, да? И поверьте, деткам это достаточно интересно, увлекательно и очень быстренько. То есть, ну, вот на это задание вообще не надо как бы обращать прям много-много-много внимания. Я бы не рекомендовала как бы вам это делать. Так, возвращаемся к моей презентации и идем дальше. Тоже эту презентацию, которую вы видели на видео, я тоже вам оставлю. Ищите такие игры, которые эффективно будут использовать несколько навыков или нет, прорабатывать несколько вещей в одно. Ну, например, вот это задание. Да? Это задание у нас из Fun for Starters. Это код. Да? То есть вы представляете детям, что это шпионы, мы все такое, как бы, да, и давайте закодируем слова. И у детей этот код перед собой, он есть в учебниках, как бы, да, если нет, то, пожалуйста, берите эту презентацию, я тоже вам оставлю здесь же в материалах стрима, да. И что вы делаете, да, вы, например, там у нас диктуете им слова, да, например, three, и они пишут, что это letter C, дальше вы говорите nine, они пишут I. Ага, 14, 5, и дети уже догадались, что это cinema, и они вам уже кричат 13, вы такие, yes, and one, yes, and one, и получилось слово cinema, да? Что это задание сразу позволяет? Во-первых, numbers, во-вторых, spelling, и в-третьих, listening and writing, еще и speaking, то есть тот, кто все это произносит, еще и speaking. Сначала, опять же, да, то есть мы с вами introduction идем teacher, students, а потом студенты пишут друг другу. Поэтому у вас interaction потом будет в парах student-student или student-students. Каждый по одному слову выходит на класс, диктует им и пишет. Поверьте, они будут очень стараться говорить правильно эти цифры, произносить, да, там, чтобы было понятно, там, и все такое, как бы. И они будут очень длинные слова пытаться зашифровывать. Что, в принципе, нам с вами и нужно. Вот такие как бы замечательные задания на уровень стартерс для того, чтобы эффективно начать учебный год. Какие рекомендации могу дать по экзамену Movers? С чего начать учебный год? Names уже все сказала и рассказала вам про names, и зачем они нужны, тоже рассказала. Spelling names, тоже мы с вами об этом поговорили. Что нового в Movers я расскажу, это adjectives. Я покажу вам лист. Adjectives, опять же, который я взяла из word list. Сколько там этих прилагательных, всяких разных, сложных, простых, абсолютно разных. Так вот, с самых первых уроков вам надо ставить им эти прилагательные. Используйте opposites, используйте крестики-нолики, чтобы сказать эти opposites. Описывайте картинки. Но там их столько сложно, ну очень большое количество, там, наверное, около 40 этих adjectives, включая такие слова, как dry, dangerous, polluted, то есть достаточно вот прям серьезные такие adjectives. Поэтому, как я вам говорила, что прорабатывайте с картинками на starters, там, tell me about, да, то же самое надо делать с adjectives. Увидели там на картинке было sofa, сразу говорите sofa is soft. Увидели там деревянный стул, например, говорим the chair is hard, да, и так далее. То есть
Вставляйте эти adjectives на протяжении всего урока несколько раз. А дальше один из самых сложных вокабуляров, и который прямо и в текстах есть, и в listening есть, и на speaking очень много картинок, это именно countryside и city. То есть все, что есть на природе, все, что связано на природе, включая такие сложные слова, как waterfall, island, они должны знать. City, то же самое, как будет остановка, как будет не только транспорт, а вообще все места в городе дети должны знать. Включая такие слова, как square, площадь, да, bean и так далее. И появляется past simple numbers. Тоже past simple вставляйте с самых первых уроков. Если они сдали экзамен старта, то они уже хорошо знают. Present simple, present continuous. Past simple должен быть у них не на активном уровне, а на пассивном уровне. Что это имеется в виду? Они должны слышать и понимать, что это не новое слово, а это past simple. Например, они услышали слово took. Или увидели в тексте слово took, и они понимают, что это take. Они не понимают, что это новое слово какое-то, мы еще такого слова вообще не брали и не учили, и не знаем, что это такое. Понятно, да? То есть они должны узнавать слова, но они не должны помнить, что take took. Хотя мы, конечно, monster teachers, и мы учим это делать. Итак, adjectives. Вот это adjectives, которые даны на starters. Это adjectives, которые должны знать movers. Соответственно, movers должны знать у вас и это, и это. Это огромный-огромный лист. И quiet, и straight, и surprise, и frightened, да, и different, и asleep, blonde. Вау, здесь просто столько этих adjectives. Поэтому я говорю, работать, работать, не переработать все эти adjectives. Начинайте с самого начала. Там, например, видите, мальчик какой-то, говорите, is he cold, is he brave, и так далее, да, то есть, ну, вот, ищите, как бы, adjectives, да. Так, на adjectives у меня еще был один слайд, сейчас покажу вам. Вот, да, то есть, я, например, adjectives в свое время брала на resource education, тоже я вам оставлю ссылочку на прекрасный ресурс. Запишу себе, чтобы не забыть, да. Так, resource education. То есть у них есть набор flashcards, очень мне нравится. То есть у нас, в принципе, есть самый flashcards кембриджский, да, но там не такой большой набор, скажем, как вот flashcards на adjectives у resource education. Когда был у нас локдаун, они давали бесплатный доступ, и вот самое первое, что я там нашла и оставила себе, это именно как раз-таки карточки, очень мне понравились их на movers по adjectives. Зайдите на их сайт, там даже если сейчас они в платном доступе, то там копейки все это стоит, но они классные. Что нужно делать с adjectives? Первый этап мы, конечно, просто говорим hot, да, hot, потом мы говорим cold, но опять же, cold я не знаю, поэтому есть freezing, можно уже учить их, да, scared, frightened, сразу идем синонимы, да, и scared, и frightened, да, и sad, upset, да, то есть sad они уже знают, поэтому берем upset. Опять же, то есть сразу расширяете их vocabulary, да, выводите их из комфортной зоны. Второй шаг, они уже составляют предложение. He is hot, he is freezing, he is scared, he is upset. И третий этап, они говорят почему, потому что на уровне movers уже у нас должны быть достаточно длинные смысловые предложения. В элементарном present simple они могут это сделать. Например, he is hot because the weather is hot. Или he is hot because it's summer. Поверьте, вот этот creativity им позволит, которые еще имеют movers, да, в этом возрасте, позволит им делать шикарное предложение, вы получите море удовольствия от работы с такими флеш-картами. Да. Например, he is, или наоборот, может быть, да, his ears are red because he's very cold. Например, следующая картиночка, he is scared because he saw a big dog. Можно по simple потихонечку присоединить, да? He's upset because he can't find his mom, например, да? То есть в любом времени, в котором вы хотите. Еще раз повторюсь, эти красивые карточки я брала на портале Resource Education. Это что касается adjectives, да? Ну, и там потом покажу вам игру на opposite соединяют, как бы записывают себе, да? С мячиком отрабатываете, вы им cold, они вам hot, вы им noisy, они вам quiet и так далее. То есть много различных приемов, я уверена, вы знаете, для того, чтобы отработать adjectives. А дальше сразу с картинками работаем, да? Я вам уже говорила о картинке по starters, так вот с movers. Вы работаете с картинками уже по-другому. С
movers должны делать уже достаточно длинные и правильные productive sentences. Поэтому сразу с самого начала учите их, подготавливайте их к этой несчастной part 6, reading part 6, reading writing part 6, да, где они должны сами написать предложение о картинке. Так вот, в самых первых уроках учите его, что предложения могут начинаться только с этих слов. One, two, three, там, например, да, то есть числом the, бла-бла-бла, и there is, there are. Например, какие предложения мы можем составить здесь? На Movers они пишут предложения в настоящем времени. Это может быть present simple, либо present continuous. Например, one boy is taking photo. Дальше, например, the parrot is red. There are five people, например, да, и я сначала прошу их устно это делать, потом потихонечку мы переходим на письмо, но с каждой картинкой, которую я встречаю, я прошу их делать предложение, устно или письменно, это зависит от вас, от вашего времени. Вот на такие задания не стоит обращать внимание, да. Опять же, это может быть как warm-up, это может, ну, это загадки, то есть мы их называем загадки, в принципе, да. Однажды вы научили их смотреть вот эти reference words with this, here, да, что это место и так далее, и все, и погнали это просто на слух, просто они читают, догадывают, то есть вот на это задание просто take it easy, как warm up, и все будет вам хорошо. Это глаголы я взяла из word list, да, то есть смотрите, сколько глаголов прошедшего времени и настоящего времени они должны знать, от стока. Поэтому я и советую вам начинать с самого начала это все брать и учить. Опять же повторюсь, что они должны это знать достаточно на пассивном уровне. Вот смотрите, да, это кусочек текста. Yesterday was Wednesday. Представьте себе, ребенок не знает слово was, а знает слово is. Он думает, господи, вообще не знаете глаголы, что это значит. I went to the sports center, да. И самое сложное, конечно, вот здесь, когда они должны перефразировать вообще все это дело. Поэтому, чем лучше они знают у вас прошедшее время, тем легче им будет вообще понять смысл, они уже автоматически будут понимать смысл, и тем лучше они справятся с этим очень сложным заданием на уровне Movers. Смотрите, прошедшее время может быть даже в listening. Where did Paul and his mother go on Saturday? Они здесь прочитали go, они его поняли, но в listening-то будет went, потому что Paul и мама будут разговаривать об этом, понимаете? Поэтому это встречается так. К счастью, на speaking, сколько у меня было опыта с этими экзаменами, на speaking не бывает past simple. На speaking past simple бывает уже на уровне А2. Да? Вот. Но тем не менее, вот здесь они должны увидеть, услышать и понять, что это past simple, а не, так, не какое-то новое слово. Я думаю, что моя идея понятна. Теперь по поводу countryside и city. Да, просто вот хочу вам показать несколько страничек. Это странички из Get Ready for Movers, оксфордские. Все здесь, я думаю, понятно мой смысл. Я просто хотела показать, что эти задания существуют, и их не надо пропускать. Опять же, вот картинка. Не забудьте, что по картинке мы уже не отрабатываем question word, потому что это было уровень статус. Мы их просим составить три предложения. Первое начинается с любого numbers. Например, two cows are on the field. Второе начинается с слова there. Например, the lorry is big. И третье, there is, there are. There is a bike under the tree. Например. Да? И вот таким образом вы потихонечку их приучаете устно, письменно к самым сложным заданиям. Вот странички по этой же теме countryside и city из учебника Fun for Movers. Я, например, get ready for starters и get ready for movers использую дополнительно к основному ОМК. То есть мы прошли здесь countryside в основном ОМК, да? Я сразу беру странички из Get Ready для него. Вот. Прошли тему, там, я не знаю, rooms или house, да? Сразу смотрю, что в Get Ready есть по этому, и мы берем. Также сейчас вышел новый тренер, я его начну использовать с сентября. Кембриджский тренер, называется мини-тренер, называется, да? Он тоже такой патематично идет. Да, тоже вот я буду использовать along the main course book. А вот fun for movers и fun for starters, не забывайте, что это не основные ОНК, это то, что вы берете за 3-4 месяца до урока и проходите from cover to cover, как говорится, да? Вот, потому что их нужно прям проработать. Тема спикинга, да, то есть когда они сравнивают картинку, как видите, это countryside. То есть здесь и waterfall у вас будет, и tree, и
water, там lake, snake, все что угодно, да. Так, переходим на A to K. С чего начать учебный год, если у вас есть A to K students, да? Spelling. Опять spelling, да. Опять spelling, потому что у них уже идет быстрый spelling, у них идут названия очень странные, вообще там как бы, да, то есть названия веб-сайтов, разные такие города странные могут быть вообще, то есть. Поэтому spelling. Я покажу, как я это делаю. Второе, что надо учить этих детей на уровень А2 и чем страдают все кандидаты уровня А2, учить их слышать друг друга. Дело в том, что по новому формату экзамена на устной части экзаменатор делает следующее. Передо мной сидят Петя и Катя, да? Петя и Катя. И я как экзаменатор говорю: What did you do on your last birthday, Kate? То есть что она делает? Она сначала говорит вопрос, а потом называет имя. И большинство детей, большинство кандидатов уровня 2, sorry, can you repeat, please? Они не теряют за это пунктик, да? Point не теряют, но они теряют overall вот этот вот achievement, как бы, да? General impression теряется. То есть они должны включаться в работу, моментально слышать. Еще их имя не сказали, но они сидят и слушают, и вникают во все. Кроме того, слышать друг друга, да? Например, what did you do on your last birthday, Kate? Кейт рассказывает, 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 и потом администратор спрашивает, and what about you, Петя? А Петя такой, хоп, он и вопрос не слышал, и что Катя говорит, не слышала, и вообще мимо, мимо получается, понимаете? И вот эти навыки, помните, я вам рассказывала, что в паре дети сидят и слушают друг друга, один говорит number, другой говорит, что на этом number изображено. Вот это то, что учит их уже слышать друг друга. И когда вы отрабатываете speaking, то же самое. Вот мы в кружочек становимся, да, Петя кидает мяч, и он не называет, кому он его кидает, он называет вопрос. Например, tell me about your favorite film. И потом кидает мяч и говорит Kate. В этом случае они слушают все вопросы, потому что они не знают, какое имя он выберет. Пожалуйста, обратите внимание на это задание, и очень рекомендую вам услышать меня и делать так. Дальше. Они знают все конструкции уже past, simple, там, future, present perfect, но в speaking постоянно сейчас нужен past simple questions. И очень часто, когда спрашивают, what did you do on your last birthday, он начинает говорить, I have, give, да, то есть они не отвечают в past simple. Поэтому надо их натренировать. Слышать вопросы past simple. Дальше, то, чего нет в старых учебниках, это темы technology, темы онлайн, темы вот этого вот интернет, вопросов различных. Вы знаете, около 100 вопросов, наверное, я нашла по новым учебникам на эту тему. Они должны использовать достаточно простые, достаточно сложные слова, такие как upload, screen, и так далее, да, то есть поэтому нужно хорошенечко эту тему проработать. Поверьте мне, дети получат удовольствие, а ваша задача, чтобы они получили не только удовольствие, да, а чтобы они могли свободно на эту тему разговаривать, используя достаточно сложный vocabulary. Где его взять? Его можно взять во всех учебниках, которые только существуют у нас сейчас новые, 2020 года, вы должны смотреть. Updated from 2020, да, и использовать их из Compact, из Complete, из Exam Booster и так далее, чтобы собрать все эти темы технологии. Мне очень нравится, как это дано в Complete, в Compact и в Prepare 2, Prepare 3. Вот, я все это собрала и себе, соответственно, составила. И, конечно, Use of English. Вы знаете, Use of English нужен прямо с самого начала и на уровне А2, и на уровне B1. Пусть его пока нет отдельной части. Она не выделена отдельной частью экзамена, как в B2 и C1, например. Да, но она есть. Здесь две вещи. Phrasal verbs и prepositional phrases. Их очень-очень много. И вы знаете, что у меня есть эти листы, да, я их сама составляла. И они входят в суперпак, конечно же, да. Вот деткам нужно с самого начала выдавать list of phrasal verbs, с другой стороны, list of prepositional phrases, и с самого начала это заучивать. Кроме того, чтобы это заучивать, надо постоянно с ними уже выполнять. Один урок вы выполняете
multiple choice, там, где они выбирают одно слово из трех-четырех, да, причем вы поясняете, почему именно это, разница между see, там, watch и look, например. Да? И второе задание gap filling, где они сами должны вставить нужное слово article, там, identifier или еще что-нибудь. И каждый урок вы это делаете. Один урок это, один урок это. Один урок phrasal verb и, допустим, там gap filling. Другой урок prepositional phrases выгоняете и там, например, multiple choice. Вот таким образом, да, потому что это очень большой объем. Кроме того, они должны эти use of English потом и phrasal verb, и prepositional phrases productive skills использовать и во время письма, и во время speaking в том числе. Да? Я, например, для отработки спеллинга с группами А2 беру технический алфавит. Очень мне нравится, есть в группе в ВК, есть группа, называется Language Stuff. Вот я у них беру. Там это вообще стоит копейки, они высылаются в PDF-формате, шикарного качества материала вообще просто, и мы с ними отрабатываем. Выходит один кандидат, тянет карточку, например, J, да, у него Java. И он начинает спеллить детям J, A, V, A. Так же, как у Starters и Movers были имена. Дети написали, он потом поворачивает им карточку, потому что у меня вот такого формата я печатаю большого, и дети проверяют, правильно они написали или нет. Им интересно это все писать, понимаете? Им интересно это все спеллить. Если они начинают умничать и говорить, о, я знаю, это Инстаграм, я говорю, окей, спелл it. И он начинает по буквам диктовать это все. Да? Но на спеллинг все-таки рекомендую потратить несколько первых уроков. Это вот лист phrasal verbs, который я собирала с учебников, да, вместе с definitions, потому что в компакте даны definitions. Вот смотрите, какие difficult words у нас появились сейчас на уровень А2. И available. И otherwise, представляете, то есть раньше это все было although, это было раньше B1 уровень, а теперь add, arrange, это все теперь у нас уровень A2. Join, конечно, это слово из online и technology, как бы, да, вот, поэтому работайте над вот этими вот use of English и вот эти сложные слова, которые есть. Что такое function verbs у меня здесь выписаны, это те слова, которые... есть у нас в reading part 1, там, где у них картинка, они должны понять, о чем идет речь вообще, и в письме. То есть там написано tell то-то, accept invitation. И они должны, то есть эти слова понимать прекрасно, что какие функции это несет. Вот такие, например, prepositional phrases. Очень много, как вы видите, да, очень много. И это только уровень А2. На B1 еще больше. Понимаете, B1 должны знать то, что знает А2, и phrasal verbs, и prepositional phrases будут еще уровнем B1. Поэтому над этим надо работать с самого начала. Что у меня есть для того, чтобы вам помочь отработать этот use of English? Первое, у меня есть ВК-бот. Если ваши дети пользователи ВК, то очень советую вам приобрести для них ВК-бот. В товарах вы найдете описание. Значит, что это такое? 100 рублей стоит, вообще ничего, да? Дети там, ну, вы посмотрите видео, в принципе, все станет ясно, я очень коротенько расскажу. Смысл в том, чтобы дети эти prepositional phrases и phrasal verbs учили дома. Они разбиты по сетам, каждый сет это 6-8 слов. Вы им задали, так, ребята, сегодня учим сет 1 дома. Они его учат с помощью Quizlet, они его учат и отрабатывают с помощью там Kahoot и так далее, а вы на уроке просто это все проверяете. Да? И второе, что у меня есть замечательные суперпаки, в которые входят сборники, вот, например, эти, да, Gap Filling. Они очень learner-friendly выглядят. И есть QR-код, то есть дети навели и сами себя проверили. Зачем, опять же говорю, raise students autonomy, когда они сами научат учиться, это самое то, что надо, да. А2, Б1 подходит и для уровня А2, и для уровня Б1. То есть, грубо говоря, вы покупаете его за 100 рублей и пользуетесь 7-4 года, да? Суперпак тоже. Есть уровень А2, есть уровень Б1, а Б2. Кроме Use of English, там еще есть и на speaking, и на writing много сборников, да? Вот так, например, выглядит сборник Multiple Choice на уровень Б1. То есть это не сканированная штучка, это я сама печатала. И такие очень качественные материалы, которые вам помогут проработать самые нужные вещи. B1 Preliminary. Если у вас есть студенты B1 Preliminary, тут я уже короче, потому что я уже не вписываюсь во время, расскажу вам, да, на что надо обратить внимание. Первое, опять же, use of English. Как это делать, я вам показала. Да? Точно так же, как в А2. Точно так же, только уже на другой уровень. И
Уже надо начинать работать с уровня B1 над linkers, openers и различными cohesive devices, linking words и так далее. Опять же, это новшество, которое пришло с 2020 года. И дети должны давать развернутые ответы в письменной форме, в устной форме, используя эти вещи. В сентябре я запускаю курс трехдневный, буквально 3 дня, на то, чтобы вот поработать с учителями над этими вещами, показать, какие именно, и как именно, и где, и когда именно нужно использовать эти маленькие вещи для того, чтобы действительно production был на уровень B1 сейчас. Раньше это все было, говорю еще разочек, уровня B2. Также научить их justify opinion, что на слово why you like this and this не обязательно отвечать because. То есть можно использовать различные конструкции для того, чтобы justify opinion. То есть не только because, я имею в виду, да? Дальше. Sophisticated grammar. Опять же, подробнее об этом мы будем говорить на B1 конструктор. Курс трехдневный этот, да? Называется B1 конструктор. Но вот этот sophisticated grammar покажет экзаменаторам, которые будут проверять письменные работы или устные работы, что детенок уже уровня B1. Это reference words. This, that is why, ты. Вставляют пусть some any. Would you like some fruit? И так далее. Даже в письме это можно сделать. Such a beautiful, там, я не знаю, so loud, as, not enough. То есть вот эти различные формы уже comparatives, которые более sophisticated, просто bigger. Is not as beautiful as I thought, for example. Да? Passive, прямая косвенная речь. Все это должно уже быть сейчас на уровне B1. Это я к чему? Это к тому, что работайте не только над vocabulary на уровне B1, но обращайте внимание на структуры. Кроме того, прям требуйте от них вот это все, вот sophisticated grammar можно выписать, карточку такую сделать, приклеить им на обложку тетради и говорить, вот когда ты отвечаешь хоть что-то из этого, ты должен говорить. Про use of English я уже сказала. Вот, например, про reference words, как это дано в кембриджском тренере, да, Cambridge Trainer for B1 Preliminary. Вы видите, да, то есть они выбирают those, them, и так далее. Вот эта страничка из exam booster. Да, exam booster я использую параллельно с основным ОМК. Так же, как get ready for starters movers с малявками, да. То есть я смотрю, что мы прошли тему шопинг. Открываю exam booster, смотрю, где здесь шопинг, и берем то же самое все по шопинг. Смотрите, достаточно сложные задания, елки-палки. Достаточно сложные с помощью references words соединить одно с другим. Но обращайте внимание на такие задания. Много давайте таких заданий для того, чтобы они могли это потом использовать. Как видите, здесь еще вот эти linkers есть. That's why, so, и так далее. Да? Вот это на linking words тоже из Cambridge Trainer. Да? Unfortunately, the first, the second, instead of, although, as well as. Все достаточно сложно. Это linking words из exam booster. То есть все эти задания существуют. Да? Все эти задания существуют, вам надо просто обращать на них внимание. Обязательно обращать на них внимание. Ну что ж, я успела, я вписалась в свое время, рассказала вам сегодня, на что стоит обратить внимание, на что не стоит обращать внимание во время начала учебного года. Если будут вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Пишите, пожалуйста, в комментариях. А я сейчас после окончания этого стрима выложу вам презентацию данного вебинара, а также все ссылочки и презентации, которые я вам показывала и обещала выложить. Успешного вам Нового года. До новых встреч.